Всем привет, еноты, с вами Леон, мы продолжаем наше восхождение по карьерной лестнице в игре UFC, и, в принципе, я немножко потренировался, мы играли с женой, ну и помимо этого, я также нашел, что тут можно играть за женщин играть. Вообще, знаете, они так дерутся, черт возьми, это просто безумные бои, вообще такое ощущение, что они не поделили мужика, или остался последний мужик на планете, и за него они именно и дерутся. Но на самом деле, вообще там так жестоко, они так друг друга по лицам херачат, даже похлеще, чем мужики. Вот, я поиграл немножко, в обычном режиме, я понял, как делать блок, как это лучше правильно делать, то есть, и я думаю, что у нас дальше получаться будет намного лучше играть, чем предыдущей серии. Хотя мы дошли до полуфинала. Так, тут у нас можно сказать working in your kicking. Ну, короче, комбо. Понятно. Короче, раз, два. На. Ну, грубо говоря, надо пробивать комбо различные. И поэтому будем их быстренько пытаться делать. Так, так, так. То есть различные комбо делаем. Раз, два, три. Ну, знаете, такие, в принципе, простые комбо. Но их можно также спокойно использовать. То есть сейчас мы, в принципе, стремимся набрать как можно больше различных, грубо говоря, очков, чтобы прокачаться нам немножечко. Вот, отлично. У нас, конечно, статистика вообще ни о чемная. Откуда этот звук? Я думал, это... Ладно, хорошо. И тут, грубо говоря... Так. Он... А, так мы устали, вот мы не можем принимать толком удары, но неплохо, нормально так. Да, черный пояс, так что контюнь. Продолжаем дальше. И работа на мешке, в принципе. Так, раз, два. Ну, то есть, в принципе, два таких простых удара. Да, ну, такие, знаете, простенькие удары, которые мы можем делать. В принципе, простые даже довольно-таки. Их нужно всего, ну... Вот, видите, просрали немножко. То есть нужно их выполнять аккуратно, чтобы нам дали все как надо. Так, на. Мощные удары, конечно же. Ах ты, просрали. Плохо, когда просираем. Остается все меньше и меньше времени, чтобы... О, красава. Наш енот. Нажимаем континь, продолжить. И, в принципе, мы не повысили ни уровень, ни хрена, но не знаю, что даст уровень, кстати. Но тут, конечно, блокинг надо прокачивать, потому что блокинг — это важная вещь. Дали очень много очков, кстати, до 50 можем. Блокинг. Будем. Знаете, что еще? Ну, блокинг до 50, конечно, да, хорошо. Вот еще Body Health, стамина где-то была. Вот, стамина. Вот, даже до 61 мы подняли. С 59, по-моему. Нет, не с 51. Ну, movement тоже вообще очень важно. А, давайте так оставим. То есть повысили нашу
скорость передвижения очень важная штука. Когда, допустим, бьют нам по лицу, начинаем шататься, чтобы отходили и так далее быстро. Ну и вообще двигались быстрее. И финальный матч, финал. Черт возьми, да, финал за титул чемпиона какого-то там кубка. Похрену. Главное победить. Не знаю, кто наш соперник. Я уже, ну, в предыдущей серии, конечно, показывали его. Возможно, будет тяжело. Но я вообще натренировался с женой, когда играли. Блин, это забавно. Я думаю, надо это сделать, как девушка играет в UFC. Просто она лупит так, просто безумно на клавиши. И порой находит какой-то такой один прием, который нам сложно очень блокировать. И просто тяжело становится. Так, ну что, погнали. Так, мы ready. Ну давай. О! Ох ты! Да, он нас уже пробил нормально по нам. Ну давай. Эх, мы, у нас почему-то вот это вообще не прокачано, то есть. Ну давай, урод. Да, мы чуть устали. Но он вообще молодец, слушайте. Я пытаюсь вернуться, но у нас просто нет таких умений, которые бы позволили уйти. Толкай его, толкай его. О боже, нет. О нет. Все, ушел, ушел, ушел. Отходи, отходи. Толкай его, черт возьми. Толкай его, енот. А! Еще енот. На! Да, хорошо нам прошелся. Вот, видите? Вот! Прошелся. Блин, 45 секунд. Вот. Устал наш персонаж. Это мы, что ли? Ну да, конечно, видели, он как бы отбил наш удар и пошел. Дальше сам. Кстати, надо было выбирать средний вес, чтобы было. Ну, со средним весом прикольно. Вот, видели? Пошатнулся разок. Надо просто его ловить. Ой, устали. Total Strike у нас. О, так, ну давайте попробуем. Да. El Diablo, great compar. Вот, отлично.
Да эй, нет, не роняй нас, собака китайская. Оба устали. Оба устали. Ох ты! Вообще, вообще красава! Давай, енот! Ну? Отлично. Ну давай. Ох ты. Еще. Ушел, ушел, ушел. Собака, он все-таки хочет на сабмишн вывести. Ну, давай. А, красав. Ах ты, повалил, 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 повалил. Уходи. Есть. Уходим. Ой, нет. Фух, боже, как, черт возьми, тяжело. Эль Диабло, да, вот это финал, вот это финал. Интересный финал. Блин, класс, 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 класс. Давай, рейди, Китайоза. Вау, ну вот, надо дорабатывать. О боже, нет, нет, нет. Енот, вставай, енот, вставай. Енот. О боже. Вот. Отлично. Вот. Вот. Оп. Нет, 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 быстрее, 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 уходи, 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 уходи под него, енот. На, по лицу ему, вот, кровяка. Ох ты. Ох. В корпус, да? Мы до сих пор стоим. О! Проблемы, по-моему, у китайца. Есть! Есть! На, на, собака! Ха-ха-ха-ха! Черт возьми! Мы сделали это! Рок-н-ролл! Бедный китаец, на просто тебе ногой. Вот так, хоба, отошли, типа, на. Все. Ну это реально было безумие, бам. And here he is,
Но у нас повреждения тоже есть, но все в крови было. Ну, не все в крови, конечно, было, но кровь имела место быть. Вообще, рассечение на носу у него, может, даже нос сломали над бровью. И нокаутом побеждает Эль Диабло Енот Кларк. Кларк, они так говорят. Енот Кларк во имя добра победил. Факин щит, друзья. Было круто. Было круто, тяжело, но мы все же сделали это. И мы, черт возьми, это наш первый титул. Менеджер сразу какой-то, не менеджер, кто это? Организатор боев. А, это тот, который в видео был. Организатор, может быть, как это называется? Ох ты, уровень повысили. Ну, вот этой лиги. Ultimate Fighter. То есть мы получили приз. И музыка такая классная начала играть. Это, по-моему, Muse. Так, и мы побеждаем в финале Енот Кларк против Фона. Кстати, он был таким серьезным противником. И, в принципе, мы красавы с вами, черт возьми. То есть можно посмотреть статистику боя. Ну, мы им, конечно, кукушку отбили. 58% успешных ударов у нас было. Это очень хорошо. А, вот. Ну, и в целом... Я очень рад, шикарно, черт возьми. Да. Давайте дальше посмотрим, что там будет. Что нам дадут, какие-нибудь плюшки, что вообще дают уровень. А, может, тут, кстати, по-моему, перки есть, что-то вроде перков было. Но я вот это не смотрел. Ну, когда создавали персонажей, то, ну, не было доступно ни одного перка, там, что-то вроде восстанавливайся, что ли, лучше, там, после раундов и так далее. Ну, то есть, надо смотреть. Может, я, конечно, ошибаюсь, но... Запись игры остановлена, то есть это, грубо говоря, о, какой мужик лютый. Да, спасибо, поздравляем. Хай, мэн. Да, мы, черт возьми, сделали это. Fucking shit. Так, ну давайте дальше, что там, New Ability Unlock. И что это вообще такое? The Sub. Саб, что это? О боже, это хардкор. А, сабмишены. Ну, грубо говоря, следующий наш соперник, но он вообще больше в стойке дерется, чем тоже боксер. Джо Сильва. Fight after undercard. А, это Сендер Джо Сильва. Оппонент. Всякие смс-ки. Вот это Сильва был. Он, кстати, он. На рисунках, на плакатах нарисован. Вы типа...